Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами наконец-таки играем в Resident Evil Village. Восьмая часть, полная версия. Я очень кайфанул от Resident Evil 7. Это была необычная игра для серии, стрёмная, атмосферная. И сейчас в этой конкретной игре будет прикольная тематика, которая мне нравится. Это стрёмные деревеньки, оккультные всякие штучки, сатанисты, ведьмы и оборотни. Все это здесь присутствует, даже есть стрёмное пугало. Итак, мы играем на обычном. Посмотрим, что игра из себя это представляет. Жуткая деревня. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Такое ощущение, как будто это мультик Тима Бёртона. Хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» – позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Тут девочка есть какой-то акцент. И, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Есть акцент на желтом цвете, на золотистом. А на душе стало тяжко. Это что, цвет искушения или смерти? Чего-то плохого. И предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Подвох какой-то будет у всего этого. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. О, слушайте, офигительное начало. Ты дорог взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. Это же Мия! И ведьма заперла девочку в зеркале. У нее волосы посветлели. Постарела с тех времен. Все. Уснула. А почему у ребенка голова что больше, чем у Мии? Сказка. Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. И слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Это ты параноик. Да не... А, ладно, прости. Но я не параноик. Я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. И скоро ужин. Боже мой, получается, сколько всё лет прошло? Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Я думаю, ты сам жесть как его боишься. Будет забавно, сейчас покажут сцену, где Итан пытается уснуть. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу ее. Пытается уснуть и в итоге видит всякий стрём. Так. Оу. Помните, как в прошлой серии игры, в 7-й, точнее, части игры, мы зашли в дом, и там была тоже кухня, только она была омерзительной. Еда для Розы на февраль. 6-е. Рисовая каша, банановое пюре. 7-е. Пюре из батата, отварной шпинат со сливками. Итан, не давай ей сахар и мед. И никаких грибов. Окей. И сзади что-нибудь есть? 2 февраля 2021 года. Розе полгодика. Ей уже скоро будет годик.
Дети быстро растут. Будем радоваться, пока можем. Так, это что? Это просто кладовка. Есть что-нибудь прикольное? Мия любит готовить, и этого добра тут все больше. Забавно, когда ты начинаешь игру, ты находишься дома у персонажа, и тебе говорят, тащи в спальню, дочь. А ты не знаешь сам, где спальня, поскольку ты еще в этой игре впервые. Этот персонаж знает, где она находится. Ну, спальня наверху, очевидно. Эй, ч-ч-ч-ч-ч-ч. Я слишком громко рассуждаю. Папочка, слишком громко. Я уже сказал, что эта книга для тебя слишком страшная. А мне кажется, прикольная книга, мне понравилась. Будь я ребенком, я бы слушал, наверное, я бы стреманулся. Тут был прям акцент на желтом цвете. Возможно... Опа, здрасте. Это не спальня, сорян. Возможно, в этой игре будет... Как в демках в целом, все важные предметы были помечены желтым, желтой изолентой. Так, мы здесь, окей, наконец-то. Все, укладывайся. Вот так, солнышко. Маме с папой надо побыть одним. Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудища из сказки. Окей, гоу. Мия, дорогая, я иду к тебе. Так, сейчас, наверное, что-то стрёмное будет, да? Ведь слишком тихо для того, чтобы все было хорошо. Нет, она все еще здесь. Может быть, сейчас повернется, как сатанист. Эй, дорогая. Что у нас на ужин? О, нет, сейчас будет суп, как... А, нет, как обычный младенец. Я помню в седьмой части, когда мы зашли в дом, там был этот суп с тараканами и прочим дерьмом. Чёрба из овощей. Это местное блюдо. Ой, я пожрал бы. Я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Они, получается, где-то в Европе. Если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебя лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане, беременность. Потом Крис перевез нас сюда, боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... А? Мия! Чё? Ложись! Вот так вот? Мия! Они просто ее в фарш превратили! Ох! Вот так? По щелчку? Мия, ты жива? Ты в порядке? Боже! Крис? Какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Что происходит? Оп! Вот так. Такие дела. Это сон? Иди! Нет, это не сон. Почему, Крис? Ты же сам нас привез сюда. Отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Уйдите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Дочь опасна, да? Дочь тоже в этом. Вирус, короче, в дочери. Роза. Все, уходите. Вообще неожиданно. Я знал, что что-то скатится в жопу, но чтоб настолько, вот внезапно. Я обожаю эти моменты, когда для там первого фильма персонаж очень важен. И он такой путь проделает, из-за него прям болеешь, а потом бац. И во втором фильме он просто сдыхает в самом начале. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Да. Сможете подойти в следующий час? Да, вопрос. Что-то не так с Розой. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю.
Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. Что это? Пена какая-то? А, нет, это снег. Мы на улице! О боже. Охренеть, внезапный переход. Кто это, с работы? Мне надо ответить, это с работы, срочно. Кто там был, я не... Доложите, груз под защитой. Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Сука. Черт, что тут случилось? Окей, мне очень нравится. Кто ты такой? Ты чувак обугленный, что ли? Он сгорел? А почему я не сгорел? Нет, он не сгорел, он просто в костюме. Что это? Цели операции. Устранить цель. Доставить тело. Забрать Розмари Уинтерс и Итана Уинтерса. Я-то зачем им нужен? Доставить обоих Уинтерсов в пункт С для дальнейшего осмотра. Приставить к ним хотя бы двоих охранников. Бесполезно. Это наш грузовик. Наш... Нет, наш фургон. Он перевернулся. Смотрите, следы. Кто-то здесь уже ходил. Как неожиданно. Как внезапно все это. Правильно иду? Правильно. Все, начинаем погружаться в игру. Я Итан, все. Мне стрёмно. Мне уже как-то жутко становится. Я ничего не вижу. Фонариком еще свечу вниз. Какого фига? Вверх свети. Нет! Нет! Ладно, это меня пугает, да? Окей, проволока. Цивилизация близко. Да, блин, что ж такой неаккуратный? Кровь привлекает их. Аккуратней будь. А, ветки, чертовы. Я прям вспоминаю этот момент, когда идешь через лес, через ветки. Нет! Нет, нет, нет! Фу, блин, просто... Я чувствую, как какие-то хищные глаза смотрят на меня. Со всех сторон. Нет! Вы слышите, да? Это ж прям оборотни. Это ж прям, блин, оборотни. Ой, бедняги птички. О! Птичку подвесили! Бедная птичка. Ой, кучу подвесили. Три штуки, четыре. А, нет, их прям целую стаю подвесили. Жесть. А! Нет, слышите, ой, как она вопит жестко, как будто сирена. Никогда такой паники не слышал у птицы. Смотрите. Так, побежали, Итан. Самое время. Ой, как самое время бежать, я считаю. Что это? Нет, надо продвигаться вперед, нельзя стоять. Так, это стена? Нет, это камень. Куда-то мы должны прийти. Маленький мостик. Слышу решетку. Мусор. Ступеньки. Нет, это бревна. Том. Том, заходим.
Охренеть. Опа, порыться. Я не ворую, я просто мне, чтобы выжить. Спасибо, блин. Веревка. Это не выход, знаете ли. Надо умыться. Или попить. Хрена бы там. Что это? Назальный спрей. Пилюльки. Да, блин. Кто? Сейчас будет труп, да? Нет, здесь нет трупа. Что это? Бабка с пряжей. А, блин, подвал. Ну на какого фига? Смотрите, лис. Сова так смотрит. Опа, олень, что ты здесь делаешь? Дай угадай, ты пришел меня, чтобы предупредить о том, что я здесь окажусь. А сам ты знал, что здесь окажешься? Не думаю. Мы идем в самую задницу, в ад. Спустимся прямиком. Чеснок. Естественно, это европейская деревня. Тут все боятся вампиров. Смотрите. Так, что это? Жесть. Это прям крепота. Зловещая долина. Я только что словил этот эффект. Да, блин. Хватит меня пугать. Смотрите. Что это? Какой-то монстр? Похоже на корень имбиря или дымный монстр. Головастик дымный. А. О, нет. Вот здесь точно будет труп. А, нет, это просто мышка. Просто маленькая мышка. Ну, окей. Так, а куда мне тогда идти? Что это? Что ты залез в дом? Итан! Думаю, самое время брать что-нибудь. Что-нибудь тяжелое. Швабру, например. О, нет, нам нужно идти прямо туда. Оленя уронили! И рог сломал он. Блин, я не могу. Жесть, как жутко. Опа. Так, здесь не пройти, да? Или могу протиснуться? А, нет, могу. Сейчас оно появится. Сейчас на меня нападут. Блин, как жутко. О, светает. Блин, ну когда светло, мне стало как-то полегче. Гораздо легче стало. Блин, они могли еще чуть-чуть, вот чуть-чуть понагнетать. Потому что я прям вообще пипец начал стрематься. Так, побежали. Мы, я так понимаю, следуем прямо за монстром, да? Мы сейчас на него нападем. Теперь мы преследователь. Итан, охотник. У нас же этот синдром посттравматический наверняка... Черт, где я? О, блин. О, красиво. Смотрите, как они грамотно сделали. Они применили эту птицу таким образом, что она полетела прямо в сторону замка, чтобы ты так посмотрел на вид. И теперь она летит... в левую сторону, чтобы ты все глядел. Хороший инструмент. Так, у нас есть мельница. Я вижу свет. Мне сюда, вниз, да? Короче, Итан же уже был в подобной ситуации. Психика должна уже адаптироваться. Я уже вообще адаптирован. Мне вообще не страшно больше. О-о-о. Ну за что? За что? И яйца разбили. Окей, идем в дом. Мне кажется, первое нападение монстра случится, когда у меня не будет оружия. Это может, даже... они отошли? Чтобы я совсем обосрался. Может, отошли. Может быть, отошли.
Опять эта картина. Здесь ничего нету? Окей, здесь ничего нету. Я видел тебя! Я видел тебя! Какое-то тело было. Лошадь! Это была ее лошадь утащили! Стоп, смотрите. Вот здесь все, что-то надо поширить, пошарить. Что-то шприцы. Понятно, тут все кололись жестко, да? Что это? Кто? Вот, смотрите, желтая изолента. Как было в начальном ролике, в той сказке. Желтая — это цвет смерти, цвет соблазна, наверное. Плохого чего-то. Но в то же время это и цвет прогресса. Поскольку вот этот предмет, я так понимаю, такой тайник, потому что в демке было таких несколько. Нужно будет найти какой-то рычаг. Не входить. Блин, я хочу войти. Есть какая-то карта? Сейчас. А, вот. Так. Красная ведется поиск. Старый город, окей. Поиск завершен. Значит, что мы все рассмотрели. Значит, не все еще. А почему-то мы не все осмотрели. Ну-ка, побежали обратно. Я думаю, самое важное сейчас это, да, припасы найти как можно больше. Вот здесь. Что-то мы здесь не увидели. Ага, клетка. Но... как мне туда попасть? Сейчас пока никак. Разве что сортир могу открыть, а тут нет нифига. Ладно, а там получается замок, который можно открыть. Все, я понял. Можно будет открыть потом. Так, мы сейчас тут запутаемся, походу. Очень много места, я понимаю, тут открытый мир. Эта игра очень напоминает Resident Evil 4, где Леон ходил тоже по европейской деревушке, где все сошли с ума. Я не играл в нее, я просто ее видел. И сюжета тоже не знаю, если честно. Слышите? Музыка какая-то. Нет ничего. Куда ты здесь? Идем на звук этот. Вот сюда. Ой, жесть. Что случилось? Блин, ну очень красиво выглядит игра. Слышите? Это вот в этом доме получилось? Воу! Что это было сейчас? Все нормально? Все живы? Это должно было быть так? Или нет? Я не знаю, вы это тоже сейчас увидели, вот эти помехи жесткие? Или это только у меня что-то с программным заперто, хозяин отсутствует? Ага. Заперто. Нужно будет какой-то такой символ найти. Вот! Вот меня приглашают. Ну, зайдемте, давайте. Ну, понеслась. Опа, ящик! Можно сломать силой. У меня есть сила? Нет у меня силы. Поймать. У меня есть сила! Есть! Подохни, ящик. Отлично! Перекись! Как в прошлой части будем поливать себя? Это что, все суп с дерьмом? Убежали из дома? Но бульон-то такой хороший стынет. Ну, попробуй, Итан. Нет. Может быть, какой-то буст тебе дадут. Несколько бафов нам сейчас бы не помешало.
А, вот, за ширмой. За ширмой. О! Нет, нет, я свой, свой. Кто такой? Это чувак. С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария. Покажи себя, Что происходит? Нет. О, нет. Они здесь. То кто? Где? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Нет, откуда? Блин, дедок сейчас умрет, да? Он же такой клевый. Все, что есть. Бери. Бери. Окей, 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 окей. Что, как нагнетает жесть просто. Что? Да где? Ты меня слышишь? Эй! Нет! Нет, дедок. Что за... А шотган не уронишь? А! Сука! Нет! Где? А! Блин! Это он? Нет, это не он, мертвец. Он наверх ушел. Мистер мертвец, попрошу. Стоп, тут еще. О, сейчас бы еще музыку добавили бы, такую, знаете, как в Outlast'е было. А, тут целая куча их. Этого можно исследовать. Исследуй. Господи боже. Да что за хрень тут творится? Вон, я вижу. Там кто-то дергается. Я вижу тебя. Оп! Блин! Нет! Опять рука! А-а-а, нет! Итан, тебе везет на эту руку! Че с ней? Что блин! Это, блядь, было? Вот она! Давай, бери пистолет! Бери пистолет, Итан! Очень криповые твари! Так. Раз, два, оп, ах ты. Воу, нет, как отбежать? Надо было блок нажать. Так, хоп. Блин, я... На тебе в пах. Отходим. Есть. С геймпадом очень трудно. Хорош. Перезарядка. Блин. В сторону, в сторону, в сторону. Блин, да как тебе... Ненавижу, целься. Во, хорош. Во, хорош. Сдох? Я почти две обоймы на него потратил. Какого черта? Какого, блин? О, нет, сейчас будет еще. Что это? Болторез. Все, больше никуда. Зачем мне болторез? Здесь что-то есть. Так, хорошо, реагент. Травка. А, да, мы можем скрафтить, получается, еще одну маську себе. Маська, крафтся. Это не маська, это полить. Поливалка. Мирместинчика чуть-чуть. Так, болторез. Фу, они так сделали круто сражение с этими тварями. Я чувствую все на грани. Они такие проворные еще. Опа. Трупы, заползающие в дом. Это плохой признак. Это ни к чему хорошему никогда не приводит. Я так понимаю... Я так понимаю, нам сюда и надо зайти. Может, что интересное найдем. Фу, я думал, это глаз. Алло? Чего? Блин, это просто приемник, это не... Тут нельзя, да, говорить что-то, что это? Патроны, есть! Что? Там выжимку из трупов делают.
Вы можете забыть... Да! Конечно, можем! Так это надо сделать прямо сейчас! Наверху. Она наверху. А! Да черт. Блин, как мне неприятно сейчас. Так, что это, патроны? А, нет! Тихо! Нет, все, пока не сражаемся. Мы в безопасности. Что это? Реагент. Найс. У нас 16 патронов и еще 10 в боеме. Он проник. Он проник. Что-то он что-то скинул. Мистера. Теперь ты давай, иди сюда. О, отсюда прямо замок видно. Нагнетают, ой, нагнетают! Нет! О! Блин! Они реально со всех сторон лезут! Куда мне бежать? Может быть, как-то можно убежать отсюда? Алло, радио! О! Нет. О! Ты здесь! По роже! О, блок! Я нажал блок! Так, уйди от меня! Сатанист проклятый! Бегом! Окаянный! Окаянный в здании! Блин, я сейчас со всех сторон пойду, да? Ой, блин, какой ты неприятный! Какой ты неприятный человек! А! Пожалуйста, подохни! Пойди в ад, сатанист! Есть! О, трава! Что я должен сделать? Аня! Это... все? Они отстали! Радио! Пожалуйста, скажите что-нибудь. Пау, если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы на краю поля. Да, спалилась. Выживший. Это ты, Луиза? Выживший. Я выживший. Все, надо валить отсюда. Выход только один отсюда. Блин, то, что можно баррикадироваться, это очень круто. Да что такое? Ну-ка. Значит... где же дом Луизы? Сюда. Значит, нам... давайте налево пойдем вот сюда. Блин, кровавый этот след. Двое! А, нет, давай, спускайся, блин! Что? Он зауважал меня? Конечно, они видели, как я. Они реально уважают, походу, меня. Ладно, продолжайте это делать. Мне окей. Окей, 18 патронов всего. Оп. Ой, нет, они что-то скинули. Ой, блин, нет, они, походу, не уважают меня. Домой. Забаррикадироваться. Они меня в ловушку загнали. Что это, порох? О, что это, шотган? Берись! Блин, берись! Уродство, а? Так, переживите атаку. Отлично, блин, придумано. Так, патрончики. Порох. Изучить. Полно муки. Сволочь, вниз. Где все? Где все? У меня паника. А, нет, они сейчас окружают. И куча. Тысячи их. Ничего нет в этих мешках с мукой. Дом! Бежать. Не тормози. Где вход? Так. Закрыть! Давай! О, мама! Матерь Божья, Господи Иисусе! Их здесь нету? Что тут? Шотганские, отлично! Давай, побольше.
Вот здесь очень важная вещь какая-то. Опа, пороховая бочка. Наверх! Что там? Опа, я на крыше сейчас буду. Что они, стрелами? Они огненными стрелами кидаются. Какие вы проворные, мрази. О, нет! Пошел ты! Я сказал, пошел ты! Что мне? Куда мне бежать? Ой, как много! Так, давай на нижний ярус. Блин! Какого фига? Дядь! Отошли! Черт! Быстрей! Палить! Хлорогексидинчика палить! Сюда! Оп! Пошел ты! Где дом, Луиза? Так, дай! Что это было? Что это? Я не знаю, вот сюда, походу. Нет, я вернулся обратно! Хреновый выстрел. Он выжил. О, май год! Могу в окно! Спасибо! Бегом! Где дом, сволочь? Где дом Луизы? Вот, сюда, наверное, еще надо. Нет! Так сюда не пройти! Что за нахрен? Что за великан? Куда? Куда? Пожалуйста, вот в этот дом. Мы здесь что-то еще должны дойти. Беги скорей. Беги скорей. Оп, я себя забаррикадировал. Оп, черт. Давай, есть. Снес. Хедшот дал гада. Да, блин. Как мне отсюда? Меня заманили. Что это? Что меня кританула? Бегом. Да, блин, не трогай меня! А, вон великан! Великан! В окно! Нельзя! Дверь! Калитку открой! Открывай! Куда мне бежать? Все, давайте подумаем. Вот сюда, вдоль реки, или вот... Или вот сюда, да, через мост. Через мост. Прошу тебя. Спасибо. Правильно. Какого? Нет, в стрелу у колена. Это ты был? Все, я подох, я проиграл. Сейчас будет жрать меня. Да что это за нахрен? О, нет, только не ты, Тор. Давай уже, все, давай. И ты самоутверждаешься, да? Какой ты стрёмный. Что? Что? Ни хрена он прыгает. Да, это мы уже не починим, да? Охренеть. Бабка! Стой! Я до последнего думал, что мне конец. Я думал, что вот эта вот сцена такая,
Это катсцена, когда тебя убивают. Одна из. Думаю, меня сейчас казнят. Как они круто, они прям довели до предела. Я прям верил в безысходность ситуации. Я не знал, куда бежать. На этом мы с вами закончим, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте кучу лайков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы по резику. Я выпущу следующий видос, скорее всего, завтра. Может быть, даже сегодня вечером. Не знаю. Короче, очень скоро. Потому что мне прям пипец как зашло. Я очень хочу в это играть дальше. А, да, все, я не знаю, что еще сказать. Все мои соцсети будут в описании. Также плейлисты на другие игры. На Resident Evil 7. Посмотрите его, если вы еще не смотрели. Прохождение мое, оно тоже очень крутое. Также не забывайте про мой собственный мерч. Вот здесь будет на моем сайте. Переходите, там все для вас. И также комиксы бесплатные, можете читать, кайфовать. С вами был Юджин и всем пять!